Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня новинка. Новый букс. Он как бы еще на предстарте. Называется Dio Books. Официальный запуск 25 декабря. Значит, он нам дает в честь Рождества. У них там это зарубежный букс, католическое Рождество. 50 центов на баланс для рекламы. Мы можем на эти 50 центов рекламировать свои проекты. И золотое членство. Так, значит, зарабатывать здесь можно без вложений. Я посмотрела вопросы-ответы. Вот. Написано, что можно без вложений работать. Значит, здесь вот преимущества для участников, преимущества для рекламодателя. Это все можно ознакомиться, прочесть. Регистрация здесь очень простая. Не знаю, получится. Я уже зарегистрирована. Сейчас посмотрю. Вводите имя. Так, логин, почту нет. Я попала сразу в кабинет. Ну, при регистрации вводите имя. Логин, почта, два раза пароль. Мужчина, женщина. Буквенно цифровая капча. Там галочку поставите, выберите страну, ну, нажмете зарегистрироваться и вход по логину и паролю. Это наша информационная панель. Значит, здесь два сообщения от администратора прочтете. Далее вкладочка «Инструменты продвижения». У нас будет находиться партнерская вот ссылочка вот вверху, ну и баннеры. Вот партнерская ссылочка. Так, вот оно. Что грузит у меня сайт. Вот. Так, далее что? Здесь обновление учетной записи. Вот. Здесь членство. Вот как бы покупать. Но вот у нас Gold. Нам дали при регистрации. Это стандартное. Тут посмотрите. Это без вложений. Вот у нас Gold. Далее. Пополнение, вывод, деньги, платежные системы. Здесь PayPal, Payer, Perfect Money и Solid Trust Pay. Вот я пропишу просто Payer, как бы и Perfect на всякий случай. Здесь потом на статусе, вот на членстве Gold. Золотое членство. Минимальный вывод $2. На стандартном, бесплатном, $4. Значит, здесь галочка. И вот выбираем вот Payer, Perfect и Solid Trust Pay. Далее. Раз я уже начала тут показывать, сейчас покажу кратенько. Снимаю так. Настройки аккаунта. Здесь настройки. Здесь тоже надо по желанию, я думаю, можно заполнять. Тут свои данные. Далее пароль. И прописываем платежную систему. Сюда вставляем вот такую вот капчу. И нажимаем на синюю вкладочку. Сохраняем. Значит, далее, как зарабатывать денежки. Так, все, я вам тут показала. Ну, здесь купить рекламу. Угу. Нет, так, снимать настройки я вам показала. Значит, давайте покажу, как здесь просматривать рекламку, зарабатывать деньги, нажимаем. Смотреть рекламу. Я на русский переведу. Так. Опускаемся ниже. И нажимаем на рекламку. Здесь по 5 секунд. Они как бы самое большое 5 секунд и самое малое 2 секунды. Нажимаем на рекламку. Перебрасываем на страничку. Так, надо английский поставить. Загружается вот шкала. Сейчас.
И что-то не видно. Ну, загрузится шкала и вставляем капчу. Девять, ДМВ, шесть, ноль. Вот здесь правильно. Все, нам денежка засчиталась. Нажимаем ОК, возвращаемся. Таким вот образом, ничего сложного, мы просматриваем рекламу, нам идет денежка. Возвращаемся в мой аккаунт. Вот это, смотрите, аккаунт баланс. Вот этот наш баланс идет на вывод. А это валет баланс. Это рекламный счет. Вот нам дали 50 центов. Значит, я зарегистрирована 22 декабря. Вот у меня членство DioGold. И срок действия истекает 22 января. И минимальная выплата $2. Так? Ну, месяц можно на халяву поработать. Я так думаю. Глядишь, наклюкаем $2. Ну, а там посмотрим, как поведет себя, во-первых, букс. Правильно? Значит, смотрите, что еще. Так. У меня сайт подгружает. Это ужасно. Значит, смотрите, купить рекламные кредиты. Нажимаем сюда. Видео немножечко затянется, прошу прощения. Значит, и смотрите, вот у нас на счету 50 центов. И мы можем вот 50 центов купить 2000, вот реклама платная, 2000 кредитов за 50 центов, да? Здесь вот, если мы нажмем на вот эту треугольничек, здесь уже пополнять надо. Далее, это нам не подходит. Нам подходит вот это популярное текстовое объявление. 10 тысяч кредитов за 50 центов. Согласитесь, это неплохо. Правильно за 50 центов купить? Вот. Ну, а если кого надо больше, там уже, конечно, пополнять надо это все. И даже вот тут расценки, кстати, не сильно и большие. Смотрите, 5 тысяч кредитов, 25 центов. Нормально, я считаю. Как в долларах. Так. Ну, в принципе, я как бы все вроде рассказала такое основное. Так. Ну, здесь будут рефералы. Здесь арендованные рефералы. Также ну, можно и здесь как бы вот объявление. Что здесь одинаково. И здесь игра «Голова и хвост». Это уже для любителей, кто любит играть. Вот вопрос-ответы. Нажмете, обязательно почитаете. Здесь все уже сами просмотрите. Так. И размещение рекламы. Сейчас посмотрим. Здесь вот как размещать. Вот здесь создать новую рекламную кампанию. Нажимаем. Тут выбираем, какая нам надо реклама. На 50 центов наших. Значит, что? Так, активируется у нас мгновенно. Заголовок, описание, целевой URL, ссылка на баннер, на изображение. Далее. Здесь все членства, страны. И здесь ставим, сколько нам кредитов мы готовы потратить. Так. И нажимаем как бы создать рекламную кампанию. Ну, на этом буду, в принципе, заканчивать. Видео затянуло. Смотрите сами. Я вас проинформировала, а решение за вами. Всем удачи, больших заработков. Буду мониторить по возможности этот букс, конечно. До новых встреч!